Здравствуй, дорогой друг, на связи Свора, у микрофона Серега, мой ник Play Today, будем знакомы. И сегодня мы разберем такой вопрос, как подключение аппаратного кошелька Ledger Nano S, в моем случае, вот ты видишь здесь, к кошельку уже браузерному Temple Wallet в сети Tezos. Значит, для чего это нужно? Для твоей безопасности, чтобы подтверждать все транзакции на кошельке Temple. Это любые транзакции Tezos, любые транзакции твоих NFT. Соответственно, перво-наперво, что нужно сделать, это перейти на сайт ledger.com и заказать себе, соответственно, кошелек Ledger Nano S, Nano X, но начнем с Nano S. Это самый доступный из кошельков этой фирмы. Стоит он 4396 рублей. Можно, сэкономив, купить пак из трех Nano S, но не об этом сейчас речь. Мы все-таки здесь собрались не для рекламы фирмы Ledger. Хотя, в принципе, кошельки у них отличные. Значит, первый шаг. Ты купил Ledger Nano S или вообще, в принципе, Ledger. Далее ты его получил. Вторым шагом скачиваем Ledger Live. Да? Выглядит это вот так. Скачиваем, устанавливаем, активируем, создаем кошелек и устанавливаем приложение, конкретно Tezos. Нужно обновить твой Ledger Live, вот эту программу на компьютере. И твой же кошелек Ledger тоже нужно обновить до последней версии. То есть вот здесь вверху строчка для обновления самой программы. Здесь же, да, вот где-то вот здесь, вот в этом диапазоне, где вот я ввожу курсором, там обновление самого кошелька. Значит, кошелек поддерживает 2-3, ну максимум может 4 монеты, если учитывая BNB, потому что емкость ограничена. А так как это, опять же, повторюсь, доступное самое решение, соответственно, можно 2-3 монеты максимум установить. А больше просто-напросто нет емкости. Значит, ты выполнил второй шаг. У тебя есть Ledger, с установленным на нем Tezos кошельком. Все, поехали, следующий шаг. Мы устанавливаем Temple Wallet с сайта templewallet.com. Жмем Install Now, выбираем Google Chrome. Так как заявлено самим разработчиком Temple Wallet, это самый стабильный вариант, насколько я читал об этом. Все, устанавливаем. Жмем Create New Wallet, то есть создаем новый кошелек. Далее задаем пароль. Он должен содержать, вот тут написано, 8 символов, буквы, цифры. Дальше большие, маленькие буквы. И желательно использовать какие-либо символы. Это собака, это решетка и прочее. Мы для теста сделаем простейший пароль. Повторяем пароль, нажимаем галочку Accept Create. Далее нам теперь доступна seed фраза, то есть это фраза для восстановления. Мы ее, соответственно, записываем куда-то себе на бумажку, сохраняем ее, никому не показываем, это очень важно. Завладев этой фразой восстановления, какой-нибудь нечестный на руку человек может ее банально, точнее, твои средства на твоем кошельке банально украсть, присвоить себе. Я же для теста, ну, для того, чтобы показать тебе, мой дорогой друг, значит, просто-напросто в блокнот это все скопируем, нажимаем Made Seed Phrase Backup, то есть я сделал бэкап своей фразы, жмем Continue. Тут вводим слово номер 2, это Fury. И слово номер 10. Это слово крикет. Жмем финиш. Все. Получается, наш кошелек создан. Далее. Вот наш, соответственно, адрес. How to start. Тут все, в принципе, на английском. Все вполне себе понятно.
жмем старт, готово. Наш кошелек, его можно скопировать в буфер обмена. Чтобы подключить, это третий шаг, четвертый шаг. Чтобы подключить Ledger к кошельку Temple Wallet, нажимаем на робота, выбираем Connect Ledger. Просто создается новое имя аккаунта. Называешь как хочешь, здесь ничего не меняешь. И нажимаешь ADD Ledger аккаунт. Значит, у меня раз Ledger настроен на другой аккаунт, я показывать сейчас не буду, но в принципе тут ничего сложного. Нажимаешь ADD Ledger, на самом Ledger подтверждаешь это действие. Все. После того, как у тебя создался аккаунт с именем Ledger 1 или как ты его назовешь, все, теперь у тебя готово. Что это значит? Любые транзакции, которые ты будешь производить на этом счету, будут обязательно подтверждаться на твоем физическом брелке. Поэтому будь с ним предельно аккуратен, потому что потеря его, соответственно, заблокируют все твои средства. И в том числе будь уверен, что никогда, то есть без твоего подтверждения, никаких движений по твоему кошельку не будет производиться. Даже если фразу, которую мы только что в блокноте, да, посмотрели, вот эту. Если какой-нибудь нечестный на руку человек, а попросту говоря с камер, ее вдруг заполучит, то он без твоего кошелечка ничего, точнее аппаратного кошелька Ledger, сделать уже не может. Это как плюс, ну так и, ну, соответственно, раз тебе каждый раз нужно подтверждать, это немножко неудобно, зато очень безопасно. Ну а в целом, все, что... Вот, в принципе, что я хотел тебе и показать. Подписывайся на канал, ставь лайки, если будет, ну, допустим, 100 лайков на этом видео, мы рассмотрим еще один способ, как обойтись без Ledger и, в принципе, создать тоже очень защищенную среду для работы в Temple Wallet. А на сегодня все. Был на связи с Вора Серега, Play Today. Подписывайся и оставляй комментарии. Буду рад их прочитать. На этом все. До встречи.